кого-то ждет Пушечка, Пушечка. Хей-хей, хе-хе-хей, всем привет, с вами Катя на канале Сваньпо, и я Полинка, а.к.а. Е-Герл. И это новое видео на моем канале. Кстати, именно на этот микрофончик я записала свой первый альбом. Да-да, я часто об этом зарекалась, и вот наконец-то сделала свой первый мини-альбом из 5 треков. Будет еще плюс 2 трека, но они будут те же, просто с другими битами и сведениями. Вот трек-лист. «Она тебя не стоит», «Банк», «Задрот», «Правила нашего района» и «Пацаны». Весь альбом посвящен именно этим людям. Итак, сниппет на «Она тебя не стоит» в студию. Кстати, именно этот трек будет в двойном экземпляре. Ну, как видите, над сниппетами я не заморачивалась, а просто читала от души. Про смысл всех треков расскажу в отдельном ролике, а теперь сниппет на второй трек «Банк». Это фит с крутым челом по имени Дима Смайл. Калаши прямо за спиной. Девка думает, что я хомбой. Пока девка хочет, я сижу в самогоче. Я считаю лямки по степеням. А чуть позже идет моя читка. Е-герл. Охрану вырубим с локтя. Администратор шутником глазами блестя. И прямо на бабке фонарем светя. Сильно офигеем. Взрывной, конечно, тречок с пиздежом, ну а мы переходим к треку «Задрот». Этот трек создавался в тот момент, когда меня просто бомбило от пацанов, которые не вылезают из компьютерных игр. Этот трек посвящен именно им. А следующий трек создавался максимально случайно, просто крутой битмейкер Игорка Битс прислал мне охуенный бит, и я даже не знала, что накидывать на него, но вспомнила о интересном районе, в котором я обитаю, и решила зачитать про это. Слушайте. Конечно, есть еще трек «Пацаны», который так же, как «Она тебя не стоит», будет в двойном экземпляре, но на этот трек я не стал делать сниппет, а нет, пизжу. Ну вот и все. Извиняюсь заранее за звук, просто я записываю на микрофон, на который записывала 2 года назад, короче, на обычные наушники. Вот, ну немножко не смогла, сори, но зато вы поймете разницу между альбомом и этим видео, да, будет круто. Я, конечно, считаю, чтобы этот альбом максимально понять, нужно прочувствовать его, полностью послушать. И дата выхода альбома 31 марта, 31 марта 2021 года, запомните эту дату, будет круто. Ну и все. Все будет на музыкальных площадках. В общем, ждите. Дальше. Выше. Люблю вас. Пока.